Привет! А ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать об одной проблеме, с которой люди сталкиваются с навигатором Яндекс. Навигатор, особенно это стало актуально при последних обновлениях почему-то. Проблема заключается в том, что когда вы движетесь, идете либо едете по маршруту, вы навигатор вам часто говорит, что вы ушли с маршрута, маршрут перестроен, либо идет пропадание сигнала. То есть весьма проблематично пользоваться навигатором в таком режиме. Что нужно сделать для решения этой проблемы? Первое. Попробовать нужно сделать. Перейдем в настройки смартфона и найдем дату и время. Нам нужно заходим в дополнительные настройки. Находим дату и время, и нам нужно установить время сети. То есть не вот так, а вот так. И, соответственно, сверить, чтобы время совпадало. Время сети, которое сейчас, и часовой пояс совпадали с тем, что у вас есть. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, это зайти в местоположение, также в настройках. Ищем местоположение. Заходим. Ну, во-первых, оно у вас разрешено должно быть. И далее найти геолокация Google и выключить, определять местоположение точнее. Все, после изменения этих настроек проблем быть не должно. И также еще, когда вы заходите в Яндекс.Навигатор, сейчас давайте я его закрою. Когда вы в следующий раз будете заходить в Яндекс.Навигатор, вам может высветиться окно повысить точность Google. И там нужно да, либо нет. Два окна. Нужно выбирать нет. То есть почему-то у меня сейчас нет. Обычно оно практически всегда запускается это окно. И спрашивает повысить ли точность геоданных. Нужно выбрать нет, спасибо. И тогда проблемы с навигатором быть не должно. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляй комментарий. Всем пока!